Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite. Сегодня в магазине предметов вышел стартер-пак ОСА. Так что давайте сделаем на нее обзорчик. Так, мне еще он не приобретен, сейчас мы быстренько его приобретем. Через Яндекс. Так, все, мы приобрели стартер пак, все наш. Так просто в одно мгновение так щелк и все, короче, вот он. Ну что, довольно-таки такой. Ну не знаю, по мне так даже получше Арис будет. Рюкзачок такой, не то что там просто какой-то круг, а именно нормальный рюкзак. Кирка такая довольно-таки прикольная, кстати. Осиное жало. О. Звук такой вообще довольно-таки внушительный, так скажем. Ну и конечно же наши любимые 600 V-баксов. Так, все получаем. Спасибо Epic Games. Так, шкафчик, давайте-ка мы быстренько этот скинчик сейчас опробуем. Так, сохраните, выйти. Так, рюкзак. Так, сохраните, выйти. И где ее кирочка? Вот она, кирочка, так, все. Так, ну здесь так оставим все. Давайте какое-нибудь только. Что-нибудь такое желтенькое. Вот такое не хочу. Может такое что-нибудь. Нет, не хочу такое. А давайте. Не знаю, может такое подойдет. Не, банановое. Не-не-не, точно нет. Давайте алчность. Тогда. Ну да, давайте, короче, так, применить ко всем. В принципе, так нормально все. Давайте быстренько. А, в командную потасовку прям так зайдем. Просто потестим. Сейчас мы выгрузимся где-нибудь. Вообще классный скин. Такой не... Черно-желтым такое сочетание, вот такое прикольное. То же самое, что черно с красным. Тоже дает офигенное все. Что-то долго ищется. Так. Как она там двигается, вообще в, таком, в бою, так скажем. Кирочки там бьет по всяким местам. И бэкпэк. Посмотрим, как он там трясется и все прочее. Но так, поблагодарим автобус. Так, куда выкрутимся? Да давайте особо не будем париться, прямо здесь, короче. Что-то резко так темно стало. Что это не прогрузилось еще? Странно. А где эта оберточка? А что не прогрузилось, я вообще не понимаю. О, все прогрузился. Ну, конечно, да, такой золотистый и такой желтый, но вообще скинчик такой нормальный. Офигенный, даже скажем. Там уже бомбят вообще. Не, нормально вообще, и целится так очень хорошо. Круто. Так, ну что, я не вижу смысла тут продолжать играть, как бы, ну что там. Уходим мы из катки, все. Сорян, чуваки, что вас подвел.
Скин нормальный. Я, кстати, я этот стартап ждал, я думаю, многие тоже. Так, ничего там. Так, на этом обзор тогда закончим. Только единственное, что добавлю, если этот видос наберет 100 лайков, то я разыграю 3 таких стартер-пака между подписчиками. Так, ну, так что ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. И, кстати говоря, в магазине прописываем тег автора. Тоже Роман Плей YT. Как только видос наберет 100 лайков, я сразу же разыграю 3 таких стартер-пака и выложу новость в своей группе ВКонтакте. Ссылочка в описании, так что подписываемся тоже на группу, следим за новостями. Всем спасибо за просмотр, оставляем лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал, вводим тег автора. Не болейте, будьте здоровыми, пока-пока.